А мы снова на очередной теперь уже дневной прогулке. Очень счастливые. Нам отписались, отзвонились с Волгограда наши девчоночки Мэри Джей и Прада. Успешно приехали, уже кушают, играют, бегают. Ура, ура, ура. Пожелаем им долгой, счастливой жизни. На радость всей семье. Пусть у них все будет хорошо. И я в этом уверена, будет все отлично. Девчонкам весело. Вот это хороший показатель того, что люди позаботились сразу о том, чтобы им не только им было хорошо, но еще и собачкам. И завели сразу двух сестренок из одного дома. То есть им даже не нужно будет привыкать. Представьте, как им будет весело и уютно сразу вдвоем с новыми мамочками, папочками. И вдвоем. То есть, в принципе, дом поменялся, а дружба остается. Вот. А мы вам передаем еще раз привет из домашнего питомника Кастропула от наших чихуахуа из Крыма, из города Симферополя. И у нас сегодня на прогулке со взрослыми гуляют 4 наших щеночка, которые полностью привиты и готовы к переезду. Вот они веселятся, играют со своими близкими, со своей стаей, так скажем. Вот. Кто там у нас? Кушаем травку, мотаемся, играем. Это Энигма. Эни, Анютка наша. Ты наша Анютка, Эни, Энигма, коротко. Так получается как-то игра слов. Да, Елисейка, сынок. А это наш кабачок Шелдон прибежал. И Джу. Вот такие вот они у нас ручные, контактные все. Эти все детки, которые с нами гуляют. Этот Джуманджи предлагается. Юлька не предлагается. Космос жует. Кстати, все жуют, ходят не только траву, а тут капусточку и сырую морковочку. Вот. Вот такое веселье. Вот так мы развиваемся и растем, чтобы потом радовать своих новых владельцев. Быть активными, здоровыми, веселыми, воспитанными даже слегка. Вот такая вот прелесть. С нами гуляет Рошелька. Напомню, что Рошель наша бабушка некоторым щеночкам. Например, вот этому Джуманджи, это его родная бабушка. Мама царица, а это бабушка. Да, вот этому черному чуду. От того у нас черный окрас-то подпал, еще у нас дедушка подпал. Так что вот такая вот прелесть. А это Ильяс. Космос, веселятся ребята мои любимые. А Энигма точно настоящая козочка. Она все время залазит на камушки какие-то. Вот такая игра у космоса. Космос у нас тоже, кстати, товарищ, любит поиграть вслух. Он молча не может. Но очень весело именно вслух повеселиться. Да, вот такое вот у нас веселье. Оно, конечно, у нас не круглые сутки происходит, как многие думают. Я, конечно, их снимаю, когда они играют. Они когда просто сидят, когда спят пореже. Космос, хулиган. Вот. Вот шкоды шкодные. За вами не успеешь, вас хочется поснимать. Ой, замучили и не было, замучили. Скажи, я хочу погрызть палку, а вы мне за попу чипаете. Вот так. Вот такие веселенные игры. Иногда доходят до высшей активности. Но это не драки. Это такое развитие. Так развиваются в стае собаки. Да. Так, кто тут у нас? Дедуля вышел, красотуля. И бабуля. И все вот тут еще во время игры бегать не кушают морковку. А вы что здесь делаете? Космос! Космос, иди сюда. Ты громко перекрикиваешь меня. Все на одного. Все на одного. Иди сюда, космос, на. Космос, на, иди сюда. Ну все, вот ему нравится так. Радуся, наша Радуся толстушка. Кто толстушка у нас? Жорик пришел.
Мажорик пришел, ты мой сладкий зайка, пышный. Так, сейчас будем расчесываться. Все, будем заканчивать это видео. Вынесла на улицу как раз расчесочки, повычесываем под шерсток. Собачки в линьке сейчас. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну и вообще раз в неделю где-то прочесывать собачек нужно, круглый год. Чихуахуа — это собака, которая линяет. Всем пока, до новых видео, до новых встреч. Привет из солнечного Крыма. У нас снова солнышко выходит. Ура, ура.